Рада тебя снова видеть, Акадзава. Да, вот я и пришел опять. Извини, что вторгся в ваше любовное гнёздо. Ай, больно же, я пошутил! Прости, что так, без спроса. В общем, я пойду готовить ужин, а вы отдыхайте. Вы так близки, что ты дал ей ключ? Отвали. Слушай, ты постоянно таешь в ее компании и все равно твердишь, что не любишь ее? Не твое дело.